В селе Архангельское Чердаклинского района завершается строительство внутрипоселковой сети газораспределения для дегазификации домовладений. Во время рабочей поездки генеральный директор «Газпром» газораспределения Ульяновск Владимир Камека осмотрел ход строительства и побывал на улицах маршала Жукова, генерала Соколова и Преображенская, где совсем скоро жители смогут подключиться к газу. Общая протяженность сети составит более 12 километров. Всего будет охвачено 308 земельных участков с капитальными домовладениями с учетом перспективных потребителей, готовых получить газ. Как было озвучено на встрече с руководством района и жителями села, на сегодняшний день Чердаклинский филиал «Газпром» газораспределения Ульяновск принял от жителей 125 заявок, из которых 87 уже заключили договоры на дегазификацию. Остальные жители села, к домам которых подошли газовые сети, также планируют подать заявки. Генеральный директор «Газпром» газораспределения Ульяновск Владимир Камека в рамках рабочей поездки побывал в кварталах Г и Д по проспекту Дружбы народов и встретился с жителями. Большинство из них – представители многодетных семей, которые благодаря дегазификации получат возможность пользоваться газом. Линейная часть на этих объектах полностью выполнена. Остался монтаж газорегуляторного оборудования, которое вот-вот поступит у нас. Оно оплачено. И к началу отопительного сезона все те, кто заявился на газификацию из жителей, и все те, кто уже приступил к газификации внутри границ своего земельного участка, получат газ. Масштабный газопровод в районе 30 километров только внутрипоселковых газораспределительных сетей и 6 километров подводящих газовых сетей высокого давления первой категории прокладывается для дегазификации кварталов Г и Д по проспекту Дружбы народов в Заволжском районе города Ульяновска. На данном этапе работы сейчас проводится подготовка для перехода через автодорогу методом горизонтально направленного бурения. Данные работы в течение недели будут закончены и дальнейшее овязываться будет с каждой стороны дороги. Весь участок данного строительства должно закончиться в конце августа и пусть газа к отопительному сезону. В двух кварталах многодетным семьям выделено 665 участков. По словам руководителя инициативной группы многодетных семей Майи Штыркиной, очень важно подвести газовые сети к каждому участку, поскольку многодетные семьи с газом значительно сэкономят свой семейный бюджет. Но непосредственно, если отопить дом 100 квадратов электроэнергии, это выходит около 20 тысяч, вот, то здесь будет непосредственно самый мороз 5-6 тысяч 100 квадратов. У нас есть экономия, мы можем экономить, и самое главное сейчас подать наша цель, чтобы люди оформляли дома. Сотрудники мобильного офиса «Газпром» газораспределения Ульяновск, который в этот день работал на территории кварталов, ответили на интересующие жителей вопросы. Подается заявку, мы с вами заключаем договор. После договор подписываем с двух сторон, с нашей, ну и с вашей, соответственно. Заключаем договор. После этого, соответственно, уже выполняются мероприятия по подключению. Напоминаем, прием заявок на дегазификацию продолжается во всех районах области. Чтобы проверить, вошел ли ваш населенный пункт в программу дегазификации, необходимо подать заявку. Отследить статус заявки можно на официальном портале единого оператора газификации Российской Федерации. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.